Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Oster Finisher и посмотрим, что входит в комплектацию. Машинка упакована вот такой коробочке. Вот таком. Открываем его. В комплекте идет сопроводительная документация. Также две насадочки. Две насадки, они выглядят вот таким образом. 12,5 и 18,9 мм. Масло остеровское. Щеточка для чистки ножевого блока. И сама машинка. Выглядит вот таким образом. У машинки пилотный двигатель. 3000 оборотов в минуту. 8 ватт мощности. Низкий уровень шума, а также вибрации. Противоударный корпус, пластик ABS, который содержит нейлон для дополнительной прочности. А также вес машинки составляет со шнуром 416 грамм, а без шнура составляет 255 грамм. Длина шнура 2,7 метра. А также есть петелька для удобства машинки. Ножевой блок сделан из легированной стали, Т-образный. Высота среза составляет 0,2 мм, ширина ножа составляет 38 мм. Подходит для всех типов волос, а также вы можете дополнительный нож приобрести. Высота среза, который составляет 0,2 мм, ширина составляет 27 мм. Ножевой блок не лейкосъемный, вы должны его раскрутить, почистить и поставить на место. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, а также, если хотите увидеть обзор на какие-то инструменты, ставим комментарий, я обязательно посмотрю. Кстати, машинка сделана в Америке.